Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящим во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 12 по 16. Святитель Иоанн Златоуст и блаженный Феофилакт Болгарский видят в удалении Христа в Галилею божественную педагогику. Тем самым, по их словам, Спаситель научает нас, что не следует идти навстречу искушениям, но отступать и уклоняться от них. Исполнение же пророчества Исаии о великом свете, воссиявшем в Галилее языческой, святые отцы видят в том, что великий свет – это и есть Христос, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Общественное служение Господа нашего Иисуса Христа начинается после искушений от дьявола в пустыне. Однако начало проповеди совпало с трагическим событием, о котором упоминают евангелисты. Это заключение под стражу Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна Крестителя вызывала негодование религиозной элиты той эпохи – фарисеев, саддукеев и книжников, которых пророк называл «порождениями ехидны». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 7. Основной причиной взятия Иоанна под стражу стало то, что он обличил Ирода в незаконном сожительстве с женой его брата, о чем также упоминает евангелист Матфей. Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: «Не должно тебе иметь ее». Евангелие от Матфея, глава 14, стихи 3 и 4. Однако после заключения Предтечи в темницу до религиозных вождей иудейского народа дошел тревожный слух о том, что Иисус из Назарета приобретает себе учеников более, нежели заключенный в темницу Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 1 по 3. Все это побудило Иисуса Христа оставить Иудею и переселиться в Галилею, языческую область, расположенную на берегу Галилейского моря. Евангелист Матфей сообщает, что Христос поселяется в Капернауме. Это селение не упоминается в книгах Священного Писания Ветхого Завета, поскольку основано оно было довольно поздно, уже во времена Второго храма. Этот город выделялся благодаря своему выгодному положению. Он находился на важном торговом пути, который вел из Месопотамии в Египет. В нем же находилась таможня. В исторической литературе первого века по Рождестве Христове мы находим также описание чудесного климата и плодородия, которыми отличалась данная местность. Иосиф Флавий пишет о Капернауме: «Вдоль Генесарета тянется страна изумительной природы и красоты. Земля по тучности своей восприимчива ко всякого рода растительности, и жители действительно насадили ее весьма разнообразно. Кроме мягкого климата, богатому плодородию способствует еще орошение, доставляемое могучим источником, называемым жителями Кафарнаумом». Капернауму суждено было сыграть важную роль в земной жизни Господа Иисуса. Здесь произойдут очень важные события. Впервые в Капернаумской синагоге Христос начнет открыто возвещать Евангелие Царства. Евангелие от Марка, глава 1, стих 21. Из местных рыбаков Иисус призовет себе в ученики людей, которые станут основанием всего апостольского сонма – братьев Андрея и Петра. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи с 18 по 22. Именно в Галилее Христос будет ожидать своих учеников после воскресения.
«Пойдите, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 7. Последний раз Капернаум упоминается в воспоминаниях французского путешественника Пьера Беллона, датируемых 1547 годом. По всей видимости, к началу 17 века селение уже перестало существовать. Для евангелиста Матфея более глубоким значением обладает даже не роль Капернаума как города, который был важен для Христа и его учеников. Для него на первый план выходит исполнение пророчеств Ветхого Завета. Характерная фраза, которая многократно повторяется в Евангелии от Матфея. «Да сбудется сказанное через пророка» фигурирует и в рассказе о Капернауме. Здесь евангелист приводит слова из книги пророка Исаии, глава 9, стих 12, в которых ожидаемый Мессия описывается как свет, который воссияет в языческой тьме. Галилея – уникальная местность для исполнения этого пророчества, поскольку она была населена язычниками. Начало служения Христа в Капернауме, таким образом, это не случайность, вызванная арестом Иоанна Предтечи, но осуществление промысла Божия. Христос удаляется в Капернаум с одной стороны для того, чтобы исполнились пророчества, а с другой Он уходит от опасностей, которые грозили Ему от фарисеев и саддукеев, потому что еще не пришел час Его. Так и нам должно знать время и место всякой вещи, когда с разумением отойти, а когда ринуться в печь искушений. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.